Внешний облик Видновской школы номер 4 к своему юбилею преобразился. Покрасили нам фасад, к 50-летию сделали нам хороший подарок. А то мы были не просто зеленые, а какие-то разноцветные. Так что мы обновились в этом году и очень рады этому. Много и других радостей у школьников и педагогического коллектива образовательного учреждения. Сдаем ЕГЭ, сдаем ГИА. Когда-то успешно, когда-то неуспешно. В основном есть каждый год у нас медалисты. Сколько терпения, мудрости, профессионального мастерства нужно иметь педагогу, чтобы от урока к уроку вести маленького человека в мир знаний. В Видновской школе номер 4 многие учителя высшей и первой категории, любящие свое дело и детей, которые, вырастая, закончив ее, приходят в родные стены. Училась я у Ольги Анатольевны Бобиной. Она очень хороший учитель. Очень я по всем соскучилась. Оставайтесь, пожалуйста, такими всегда хорошими, красивыми. И будьте любимы, наши любимые учителя. Я сейчас на 5-м курсе института, заканчиваю институт практически. Вот уже скоро будет диплом. Школа дала первые шаги, конечно, этим моим успехом. Школа не то, что толчок, она большой толчок. Она основные знания мне дала. Потому что, когда я уже поступил в следующее учебное заведение, а я опирался только на школьные знания. Галина Васильевна Исаева руководит образовательным учреждением более 20 лет. За это время школа год от года шла к новым успехам, участвуя в районных конкурсах и смотрах. Она имеет достижения и в рамках модернизации общего образования «Наша новая школа». Ольга Титова, поздравляя коллектив с юбилейной датой, сказала и о больших переменах, которые ждут школу. У вашей школе это 13-14 год. На реконструкцию, проведение ремонта и благоустройства предусмотрено 40 миллионов рублей. С юбилеем, любимая школа! Людмила Медведева и я, Адамия Елена Кошлева, Видное ТВ.